Дорогие друзья, всем добрый-добрый день. Кто мечтал о маленькой красоточке, маленькой доченьке, вот такой прекрасной, красивенной малышке? Вот она, вот эта прелесть, вот это создание нежное, ласковое, ну просто милота и красота. Девчоночка Аманда, мини-малышечка, предлагается в семью для любви, для души. Только для любви, для души, не в разведении. Девчоночка маленькая, аккуратненькая, просто красивенная, божественной красоты. Девочка лилового окраса. Светлая мордашечка, шоколадный носик, глазки карие. Просто потрясающий ребенок. Она на самом деле вживую еще красивее, еще милее. А характер, чего стоит только характер? Нежная, ласковая девчоночка, просто ангелочек такой, прям прекрасная-прекрасная малышка. Ждем мамочек, папочек. Кто влюбился, дорогие друзья, пожалуйста, обращайтесь. Вайбер, WhatsApp, Telegram, телефончик под видео. Девчоночка пока свободна, но такая малышечка у нас одна. И мы ищем ей самые лучшие, прекрасные ручки, семью, мамочку, папочку, которые будут ее любить, баловать, покупать ей всякие вкусняшки и просто вот так вот радоваться, что есть вот такая прекрасная малышка. Доставочка у нас есть по всему миру. Все вопросики обсуждаемы в личных сообщениях. Пожалуйста, кого все-таки заинтересовала девочка, обращайтесь в Viber, WhatsApp, Telegram, телефончик под видео, переходим в личные сообщения, либо просто по телефону звоним и разговариваем. И вот это вот счастье, возможно, отправится именно к вам. Но прежде чем она отправится, конечно же, мы с вами немножечко поговорим о том, хотелось бы знать, куда отправится наша малышка. Все-таки это мои детки, которым я ищу и желаю только хорошей семьи каждому из наших деток. И долгой, хорошей, сытной, красивой, замечательной семьи. Вот такой сладкий, вот такой колобочек может лежать у вас вот так вот на груди и радовать вас. Прекрасная девочка, просто прекрасный характер, просто чудо. Спокойная, нежная, ласковая, но и не даст себя в обиду, если нужно будет. Да, вот такая классная девчоночка. Да, Амандочка, красотулька. Такой сладкий-сладкий ребенок. Смотрите на эту девочку. Просто замечательная куколочка. Девочка полностью привита. Пройден карантинчик, и мы смело можем отправляться в новую семью. Вот такое чудо. Чудо Аманда ждет свою семью. Прекрасная девочка. Я любуюсь, не могу прям. Настолько она красива, настолько она необыкновенно красива, замечательно, нежно. Ласковая, сладкая, сладкая такая девчоночка. Красотка Аманда ждет свою лучшую семью. Обращайтесь, дорогие друзья.